В продаже у нас Chevrolet Lachete 2012 года выпуска. Объем двигателя 1.6 на автомате. Автомобиль приобретался у официального дилера. У автомобиля один единственный владелец. Неплохое состояние. В комплектацию входит 4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Также установлена магнитола, имеется кондиционер, обогрев заднего стекла, подогрев передних кресел. Также на данном автомобиле установлена сигнализация с обратной связью.